Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами Типузик, и знаете, скачав пиратку, я понял, что управления его просто нет. И сегодня я вам покажу, как настроить управление так же, как в Assassin's Creed 1. Заходим в настройки, заходим, значит, в управление, и, пожалуйста, ребят, выставляйте все как у меня, и у вас будет управление как в Assassin's Creed 1, вы, в принципе, привыкнете, все будет охеренно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока-пока.